Вести деятельность предприятию нельзя, а зарплату сотрудникам платить надо. В этой непростой ситуации руководители компании, чтобы не обанкротиться, отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или предлагают уволиться по собственному желанию. В последнее время выросло количество жалоб в связи с незаконными действиями работодателей. Чтобы защитить права работников, на сайте Минтруда появился специальный раздел для подачи жалоб онлайн. Ресурс такой, который позволяет мгновенно загрузить ваше обращение в файле PDF. Буквально на следующий день его уже увидит руководитель и направит по территориальности в город Саров. Инспектор по труду в Сарове в течение 2 дней получает от прокуратуры разрешение на проверку и потом уже в организации разбирается с нарушениями. Можно позвонить и сразу в Саровский отдел трудовой инспекции по телефону 3-38-81. Инспектор по труду имеет право позвонить работодателю, запросить какие-то документы и потребовать даже по телефону, значит, объяснить ситуацию, которая сложилась на том или ином предприятии. И в данном случае сам инспектор может даже проконсультировать работодателя, как он может поступить, чтобы не нарушать или прекратить нарушать права работника, либо не нарушать. Во время режима повышенной готовности Анатолий Пославский консультирует саровчан по соблюдению трудовых отношений в качестве волонтера на горячей линии 977-77. По словам юриста, жалуются в Сарове на незаконные действия работодателей единицы. Большинство жалоб решаются на стадии подачи заявления. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.